вершиной создания новой бронетанковой техники накануне Великой Отечественной войны является создание коллективом под руководством Кошкина и Морозова танка Т-34, который стал символом танкостроения. Прошло уже почти 75 лет со дня его создания, но танк Т-34 продолжает на многих парадах и опросах занимать первое место. Приглашаем вас отдохнуть и половить рыбу на Волге. Комфортабельный домик охотника и рыбака у Михалыча гостеприимно примет всех желающих отдохнуть в тиши и уединении. Рыбалка у нас добычлива и постоянно радует рыболов трофейными экземплярами. Мы находимся на огромном острове, образованном реками Митинка, Ахтуба и Волга, напротив впадения в Волгу реки Янутаевка. Такое уникальное расположение обуславливает большое количество самых разнообразных видов рыбы, достойных размеров. Вас ожидает незабываемое удовольствие от борьбы с достойными трофеями.